Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, поселок Сарагирме. Отель, который мы сейчас будем осматривать, Туи, Сарагирме, парк. Ресепшн. Интересный ресепшн, здесь сразу и бар, и в виде кухни выполнен с открытой какой-то архитектурой и столами. Сразу фрукты, пирожные, сэндвичи. Номер 815, Superior, вилла, ванная комната, фен, большое, еще одно зеркало дополнительное. Ванная комната, здесь душ, ванны нету, поддон, две отдельные кровати, кресла, скорее всего не раскладные, плазменный телевизор, чайного уголка нету, один балкон, вид на территорию, вид с балкона, здесь красивая зеленая территория, цветы везде. Море не видно. Море видно только с третьего этажа главного корпуса. 814, стандарт. Ванная комната, фен. Зеркало дополнительное. Душ. Две отдельные кровати. Здесь покрытие ламинат. Кресло. Центральный кондиционер, плазменный телевизор. Балкон небольшой, с видом на территорию, на горы, сад. Бассейн для детей, закрытый забором и тентом сверху. Рядом находится еще один бассейн уже для взрослых. На территории тишина, бар возле бассейна, вот здесь зона для занятия спортом, велодорожки стоят, велосипедные велотренажеры, вот здесь вот детская площадка, все детские зоны и зоны для игр закрыты тентом от солнца. 811 свит, состоит из нескольких комнат, вот первая, покрытие ламинат, две кровати, плазменный телевизор, кондиционер центральный, свой шкаф для вещей, вторая комната, здесь две отдельные кровати, халат, тапочки, кресло, плазменный телевизор, стоит комплимент, бутылка вина, чашечки. Балкон с боковым видом на территорию и на горы с прямым видом. Здесь спокойно, умиротворенно. Ванная комната, фен, второе зеркало. Душ. Номера аккуратные, все в порядке. Чайный уголок, кофемашина стоит. Все комнаты отделены друг от друга коридором и дверью. Площадка для игр и занятий спортом. Здесь же находится баскетбольное поле, футбольное, теннисный корт. Да, прикольненько. То есть, если гости хотят, класс.
активно провести отпуск, все возможности для этого есть на свежем воздухе. На этом тренажере можно заниматься и делать 38 упражнений и задействовать все мышцы тела. Бесплатно это все. Дорога на пляж. Такой мост живописный. И вот мы оказываемся с вами на пляже. Здесь хорошие песчаные пляжи. Черепахи здесь разводят свое потомство. Павильоны закрытые. Очень много шезлонгов. Вид, конечно, открывается обалденный. Скала. Песок очень мелкий, снял обувь, иду вот босиком. И очень приятно по нему идти. Ощущения такие. Нигерийка в этом плане очень красивая, поинтереснее, чем побережье Алании или Анталии. Смотрите, какая красота, какие горы, зелень вокруг, белоснежный песок. И такое умиротворение здесь, тихо, спокойно. И мы видим, что при входе здесь нету гальки, здесь чистый песок. Есть собственный пирс. Волейбольная площадка. Тут их две. Бар на пляже. Здесь можно покушать, выпить спиртные напитки. Живая музыка здесь. Водные виды спорта в том числе есть. Если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.